Мир, труд, май. Как лозунг, как смысл первомайской демонстрации в Абакане. Она стартует от гостиницы «Дружба», чтобы пройти через весь город. Впервые во главе колонны не политическая партия и даже не профсоюз. Это трудовая доблесть Хакасии, обладатели почетной медали. Родился, вырос и всю жизнь работал в Хакасии. На железной дороге 25 лет. Заслужил звание, высшее звание, почетное железнодорожное. Я работаю в республиканской больнице. Стаж работы в Хакасии 40 лет. Детский врач. Я работала на телевидении звукорежиссером около 30 лет. Мы же, как сказать, выросли в Советском Союзе. У нас патриотизм очень высокий был в то время, да? Мы родину и малую родину любили. Не любили, а любим. Хакасию любим всей душой. Колонна движется по проспекту Дружбы народов и на главную площадь республики. В Хакасии 130 обладателей медали «Трудовая доблесть». И сегодня их стало больше. Почетную награду получил железнодорожник Олег Абрамович Зайцев. Всю свою жизнь в Общероссийском трудился, профсоюзе начал годом с железной дороги одна из и закончил на железной дороге в органах внутренних дел на транспорте в Абаканском линейном отделе МВД России. Данное вот в этом году исполнится 50 лет, как я президента Российской в этом Федерации, учреждении государственном тружусь. В рядах демонстрантов и строителей в этом году республика поставила рекорд. После разрушительных пожаров села Хакасии снова стоят. Это главное трудовое достижение, которым стоит гордиться. Хакасия с достоинством и честью вышла из этого положения. Пусть с какими-то недоделками, замечаниями, но жилой фонд был построен, и люди не остались на улице, пережили зиму. Республика вот в этом плане показала себя с очень хорошей стороны. Колонны первомайской демонстрации на Первомайской площади встречает депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова. Все мы вместе, сообща, трудимся на благо нашей Родины, на благо нашей единой России. Наша сила в единстве. Ура! Елена Крылова, Антон Новожилов, «Вести», Хакасия.